телеканала «Звезда» информационно-аналитическая программа «Альтернатива». В студии работает Капиталина Зинкевич. Здравствуйте. По законам эпидемиологического жанра, с начала сентября заболеваемость COVID-19 по всему миру резко возросла. Мировая статистика гласит, более 232 миллионов человек за весь период распространения инфекции заразилось коронавирусом. США, Индия и Бразилия возглавляют список стран-лидеров по количеству заболевших, неутешительно и статистика умерших. Так, в США она бьет рекорды, одну из наиболее серьезных в американской и в целом мировой новой истории пандемии испанки. Сдерживать эпидемиологическую ситуацию мировое сообщество пытается всеми силами. Здесь, как говорится, кто на что гораст. Так, до ноября власти США решат, принимать ли туристов, привитых вакцинами, не одобренными в стране, в том числе российскими. Латвия планирует ужесточить карантинные ограничения для людей без ковид-сертификатов. Как заявил советник министра здравоохранения Латвии, все мероприятия не первой необходимости в помещениях должны проходить с участием только вакцинированных от COVID-19. Болевших или людей с отрицательным тестом, которые имеют ковид-сертификат. Это относится также к некоторым услугам, очной работе и посещению торговых центров. Новые ограничения в Латвийской республике могут начать действовать уже в начале октября. В Австралии же санитарные ограничения ужесточили еще в августе из-за рекордного роста числа случаев заражения коронавирусом. Штрафы за несоблюдение локдауна в Сиднее увеличили более чем до 3000 евро. Соблюдение установленных правил, помимо полиции, контролируют 800 военных. Второй по величине город Австралии – Мельбурн. Власти держат строгой изоляцию уже 7 недель, пытаясь предотвратить распространение штамма «Дельта». Из-за жестких антикоронавирусных ограничений с 18 сентября в регионе продолжаются протесты, переросшие в беспорядки. Манифестанты закидывают по лицу бутылками, камнями и сигнальными ракетами. Большое видится на расстоянии. Пандемия продолжает сталкивать людей лбами, диктует новую реальность, под которую готовы подстраиваться далеко не все. Как показало время и события, в 21 веке свобода слишком абстрактна и стоит дорого. К слову, в подобного рода мировую повестку Беларусь сегодня не вписывается. Подход в противостоянии инфекции в нашей республике иной. Комплексный в единстве медицинского и общественного сообщества. Как результат, за 2 года пандемии в Беларуси не было введено ни одного локдауна. Не встала на паузу и экономика страны. Учреждения здравоохранения продолжали работать и оказывать всю необходимую медицинскую помощь населению. И все это, как говорят, за кордоном в диктаторской Беларуси в центре Европы. Есть над чем задуматься. Не спорю, способы, как и методы борьбы у каждого свои, но во главе должен оставаться разум. Разум и самоосознанность, доверие к людям. Традиционно Беларусь, как и Россия, всплеск заболеваемости коронавирусом ощущают на себе позже европейских и других стран, ориентировочно на месяц. Так белорусские медики начало 4-й волны констатировали 20 сентября. Рост заболеваемости мы фиксируем. Да, действительно, к сожалению, почти на самых высоких цифрах, которые были и ранее зафиксированы. И проблема заключается в том, что эти высокие цифры повторяются изо дня в день, и в том числе по показателям госпитализации. Поэтому в этом какого-либо чрезвычайщины нет, но требует всемерного напряжения наших сил системы здравоохранения, тех ресурсов, которые мы планировали, которые задействовали согласно наших всех действующих планов. В каждом регионе индивидуально процентов 15-20 коек открывается превентивно к имеющимся пациентам. Вот, например, в Брестском регионе есть 560 свободных мест, которые перепрофилированы, как пример. Кого-то больше, кого-то меньше. Но коечный фонд имеется везде, в Минске в том числе. Наша задача заключается в том, чтобы любой нуждающийся пациент был госпитализирован в стационар. Сохранить здоровье и жизнь белорусов – главная задача, стоящая перед медиками. Здесь, надо сказать, подключаются все ресурсы. На время 4-й волны врачи узкой специализации переквалифицировались в инфекционистов. К такому обстоятельству готовы не только морально, но и в плане работы за плечами белорусских медиков. 3 волны коронавируса. А это колоссальный опыт. Алгоритм действий и лечения ковидных пациентов четкий и выработанный.
сейчас уже оттачиваются какие-то тонкости, потому что протоколы лечения уже несколько раз обновились с учетом накопленных уже своих данных, то есть и мировые свои данные. То есть речь идет о каких-то уже нюансах оказания помощи. А общий вопрос, они уже давно закрыты, поэтому сейчас речь идет о том, как больше людей оказать помощь и, в общем-то, адекватно, и больше людей выписало здоровыми. Четвертая волна ковид массивнее и тяжелее. Как отмечают специалисты, нынешний штамм бьет молодых. Еще одна особенность – кислородная поддержка. Сегодня она необходима 30-40% госпитализированным, в то время как в первую волну такого рода помощь в белорусских больницах получали только 20% ковидных пациентов. Вот почему сегодня так важно наконец-таки снять розовые очки, мол, меня это точно не коснется, и постараться немного вдуматься в цифры. В среднем за неделю в нашей стране регистрируется порядка 2000 случаев заболеваний. В целом же с начала пандемии в Беларуси коронавирусной инфекцией заразилось более 530 тысяч белорусов. За последнюю неделю количество заболевших COVID-19 увеличилось на 57%. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на 50%. Поэтому не только у нас инфекция COVID, а еще и респираторная инфекция. Заболеваемость отмечается как среди взрослого, так и детского населения. Заболеваемость пневмониями на 32%. Поэтому, конечно же, идет перепрофилирование коечного фонда. На сегодня в Витебской области развернута 2161 койка. И в областном центре 1059. С понедельника развернут терапевтический корпус больницы скорой медицинской помощи. В принципе, вся помощь пока плановая остается, но в процессе, скорее всего, плановая помощь постепенно будет сворачиваться. Ну, останется только экстренная, плановую, высокотехнологичную, максимально до того времени, который получится, будем сохранять. Когда уроки пандемии выглядят неутешительно, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, 99% летальных исходов из-за COVID-19 приходится на невакцинированных. Как показывает статистика и время, в Беларуси, оказавшиеся на реанимационных койках, также пренебрегли вакцинацией. А зря, ведь вакцины от коронавируса и созданы для того, чтобы предотвращать госпитализацию, тяжелое протекание, болезни и смерти. Более 2 миллионов человек – такова цифра белорусов, получивших первую дозу вакцины против COVID-19. Из них более 1,5 миллиона прошли вакцинацию полностью. Мутирует этот вирус. Вот. И надо быть готовым ко всему. Вот. Ну, тем более мои годы такие уже, 79 лет. Тут уж спасение это. Чтобы не сложно было, чтобы легко проходило все это, если вдруг заразился. Что прививка, она должна быть, как и у деток, и у взрослых людей. Я думаю, легче будет переноситься все болезни. Обязательно нужно делать, потому что очень много больных. Вот, так что у нас в семье все сделали вакцинацию. Так что никто не болел, и никто не был у нас на 10 дней карантина. Ну, глядя на ситуацию эпидемиологическую в стране, я понял, что это необходимо, потому что не хотелось бы оказаться в числе заболевших. Глядя на статистику, смертность от ковида, не хотелось бы болеть и ощутить на себе все эти ужасы заболевания. Вакцинироваться просто, то есть я считаю, что никаких отрицательных факторов, как вот многие люди боятся идти, я не вижу ничего такого плохого, поэтому и решил для себя, что мне нужно вакцинироваться. У нас на здравпункте находится в достаточном количестве спутник ВИ и китайская вакцина. Ну, молодежь больше всего идет, конечно, на китайскую вакцину, потому что молодость... Кто за границу хочет ехать, кто какие-то другие общения. В ближайшее время мы ждем спутник Light, чтобы прививать иностранных студентов. В данный момент к нам приехали из Узбекистана человек 50-70, Азербайджан, Туркменистан. Поэтому к
как говорится, наш здравпункт будет находиться в самом таком активной работе по иммунизации молодежи. В данный момент надо подумать о себе и о своих близких. Поэтому я только агитирую. Пожалуйста, приходите на наш здравпункт на иммунизацию. Призыв, как говорится, на злобу дня. На Витебщине полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 166 тысяч жителей. Это почти 17% населения северного региона. И вроде бы цифры неплохие, но, как показывает анализ, в плане вакцинации Витебская область ведет себя пока пассивно. По республике провакцинировано чуть более 20% белорусов, на Гомельщине, к примеру, почти 26%. Сопоставлять свои возможности, соизмерять с другими регионами, как проводится работа, важно. Среднее количество ежедневно прививаемых в северном регионе около 3000. Этого мало. И не способны решить проблему, чтобы результат в качестве коллективного иммунитета был, вакцинация необходимо охватить как минимум в 2 раза больше жителей. Благо сегодня в республике для этого созданы все условия. Вакцинация в Беларуси бесплатная, доступная и, что немаловажно, безопасная. Вакцин у нас сейчас в достатке более чем. И никаких перебоев даже не предусматривается. Наступает эпидсезон гриппозных или парагриппозных вирусных заболеваний. ОРВИ, как хотите так называть. Поэтому у нас поступила вакцина против гриппа. И мы полагаем важным, первым этапом завершив, призываю всех еще раз провести вакцинацию против коронавирусной инфекции, привиться через 2 недели до месяца можно привиться противогриппозной вакциной. Это важно, потому что мы в эти 2 сезона, нескольких волн эпидсезона, мы не болели гриппом. Поэтому, согласно той же теории эпидемического процесса, мы можем ожидать увеличения, изменения штаммов и прихода вируса гриппа. Вот эти 2 волны, которые мы волновались и которые мы не допускали при первых волнах, нахлёст заболеваемости коронавирусом, нахлёст заболеваемости гриппом, не допустить, конечно же, задача стоит и наша в этом направлении. И не пренебрегать профилактическими мерами, такими как социальное дистанцирование, масочный режим и гигиеническая обработка рук. С началом нового учебного года эти правила уже как аксиома во всех учреждениях образования республики. К сожалению, в числе коронавирусной статистики сегодня немало и детского населения. Начиная с входного фильтра, каждый ребенок, каждый работник должен пройти этот входной фильтр, то есть измерить температуру. Заболевшие должны отстраняться с признаками респираторной инфекции. Далее соблюдение дистанции. Это при посещении гардероба, при посещении столовой, буфета. Каждому учебному классу предоставляется отдельный учебный кабинет. Ограничено посещение посторонними лицами, в том числе и родителями. Ну, естественно, при какой-то острой необходимости возможно посещение с разрешения администрации учреждения образования, но опять-таки с соблюдением всех мер предупреждения, профилактических мер. Мероприятия контролируются как ответственными в каждом учреждении образования, которые назначены, кстати, вот с сентября месяца в каждом учреждении, и Центром гигиены и эпидемиологии в плановом порядке проводится контроль вот этих выполнения этих рекомендаций. COVID-19 – это не только про помощь и заботу о населении. Это еще и большая работа по поддержке государством сферы здравоохранения. И да, в непростой экономический период от этого тезиса в Беларуси отходить не стали. Ковидные надбавки медработникам в стране полностью сохранены. Как отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко. Эти выплаты сохраняются. Да, есть некоторые корректировки с учетом правоприменительной практики, с учетом того, что были реализованы определенные защитные функции. В полной мере средствами индивидуальной защиты обеспечен врачебный и средний персонал. Проводится вакцинация медперсонала. В связи с этим должен соблюдаться принцип рационального расходования бюджетных средств. И самое главное – принцип справедливости. У тех, кто работает в красной зоне с ковид-пациентами, надбавки сохраняются с учетом отработанного времени. В дальнейшем мы также продолжим соответствующее финансирование. Только в прошлом году на ликвидацию этих последствий мы потратили 562 миллиона белорусских рублей. За 8 месяцев текущего года мы эту цифру уже на 200 миллионов превысили. Государство держит данный вопрос на контроле.
И не просто держит на контроле, просчитывает наперед. Так, республиканский бюджет Беларуси в 2022 году сохранит свою социальную направленность. Значительно вырастут расходы на оплату труда в бюджетном секторе, выплату пенсии военнослужащим, поддержку многодетных семей и другие. Кроме того, на субсидирование граждан по указу номер 240, а это льготное строительство жилья, предусматриваются средства в объеме 476 миллионов белорусских рублей, что в полтора раза выше уровня текущего года. Социальная поддержка государства, неизменный национальный бренд Беларуси – та политика, от которой республика не откажется ни при каких условиях, даже санкционном давлении наших геополитических противников. Санкции – это один из элементов гибридной войны. Санкции – это как раз тот элемент, когда нельзя применять простое вооружение. То есть это санкции – это всегда война. Война другими методами, направленная на разрушение экономики, разрушение финансов государства, приведение к тому, чтобы предприятия ухудшали свое финансово-экономическое состояние, не платили зарплаты, не реализовывали свою продукцию на экспорт, на внутренний рынок. И, естественно, ожидания наших оппонентов от санкций в том, чтобы привести социально-экономические, социально-политические процессы в состояние бурления, нестабильности и, как результат, уже достижения своих ключевых геополитических целей. Поэтому у нас, мы, осознавая то, что это война, что это одна из форм войны, мы, естественно, как белорусы, всегда начинаем находить те способы, которые позволяли бы нам не то что выжить, но победить в этих условиях. Это у нас внутри нас, мы всегда были и будем ориентированы на то, что как бы нас ни давили, мы всегда будем сохранять самих себя и свою идентичность. Повышение благосостояния белорусского народа, каждого гражданина страны, сегодня это главная цель проводимой государственной политики. Люди должны чувствовать себя уверенно и защищенно, только в таком случае возможно создать прочный национальный фундамент. А начинается он с самого малого – семьи. В нашем государстве очень ощущается поддержка многодетных семей, в частности, наша семья очень ощутила это, так как квартира была построена у нас по льготному кредиту. На строительство повторного жилья у нас был разрешен семейный капитал. На сегодняшний день я уверена в том, что государство окажет поддержку, если мне надо будет, что дети мои без жилья не останутся. Созданы все условия для того, чтобы многодетные семьи чувствовали себя спокойно, уверенно и надежно. Не стоять на месте, совершенствоваться поддержка многодетных семей – та отрасль, в которую Беларусь всегда вкладывается основательно. Пособия при рождении и воспитании детей, финансовая помощь на жилье, льготы в образовании и здравоохранении. На эти и другие цели в 2020-м в Беларуси потратили 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В году текущем планку снижать не планируют. Не менее 5 миллиардов рублей выделит государство на поддержку пакета социальных мер. С 2015 года работает программа семейного капитала, которой воспользовались более 100 тысяч многодетных семей. Жизнь показывает, мы выбрали правильный путь. Число многодетных семей прирастает. За последние 10 лет практически в два раза. Сегодня в стране этих многодетных семей более 115 тысяч. Механизм программы работает. И работает эффективно, а значит, надо его развивать дальше. Однако, насколько оправдано и своевременно расширение границ досрочного использования семейного капитала? Нельзя разменивать долговременную поддержку, как я сказал, на сиюминутные потребности. И вот здесь я хотел бы услышать дополнительные аргументы разработчиков по этому вопросу.
В планах возможности досрочного использования семейного капитала расширить. На сегодняшний день чаще всего семьи используют капитал на улучшение жилищных условий. Среди предложенных нововведений – покупка медицинских изделий и лекарственных средств для сложных и высокотехнологичных вмешательств в ортопедии, а также приобретение товаров для социальной реабилитации инвалидов. В фокусе внимания белорусского лидера и пенсионная система, точнее ее дальнейшее развитие. Правительство страны варианты представило. Речь о дополнительной добровольной пенсионной программе. В Беларуси свыше 2,5 миллионов пенсионеров. Более полумиллиона, 510 тысяч примерно, работающие пенсионеры. Пенсионные выплаты превышают 15 миллиардов рублей и составляют 30% общих расходов бюджета страны. Треть. То, что о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее, через дополнительную, добровольную пенсионную программу. Вопросы такие поднимались на 6-м Всебелорусском народном собрании. Предложения по подходам к решению этой проблемы подготовлены. Просил бы доложить, как проработаны данные подходы, что потребуется предпринять для широкого внедрения такой программы в нашей стране. К слову, проект указа по пенсионному обеспечению Александр Лукашенко в целом одобрил. С 1 октября 2022 года добровольное пенсионное страхование в Беларуси планируют запустить. Теперь важно, чтобы внесенные правки заработали. Заработали для людей и на людей. А для этого, как минимум, белорусское общество должно перестроить свое сознание и изменить понимание того, что пенсионная система – это не только когда государство должно, но и сам не плашай. Сегодня в нашей стране уровень добровольного страхования составляет всего 5%. Вот это, как бы так, накопительная система, она поможет экономике не только, как бы так, сократить демографическую нагрузку на экономически активное население, но и, в общем-то, высвободить денежные ресурсы, которые можно потом направить в бюджетную сферу, как бы в те направления, где это необходимо, то есть, допустим, в здравоохранение тоже или в образование, в систему образования. Вот. И с другой стороны, на макроуровне будут формироваться фонды, которые будут способствовать усилению и укреплению финансовой системы. То есть, получается, те финансы, которые будут сосредоточены вот, как фонды накопления, можно использовать в дальнейшем тоже в экономике, в финансовом секторе. У нас в нашей системе есть только несколько организаций, которые занимаются сейчас фондами накопления, и они обязуются выплатить еще какой-то процент, то есть для того, чтобы люди понимали, что инфляционные процессы никаким образом не повлияют с течением времени на их накопление. Вот. И поэтому, естественно, эти фонды, они не лежат мертвым грузом, они, опять же, вливаются в экономику, финансовый сектор в виде депозитов, ценных бумаг, облигаций там, и так далее. Как отразятся внесенные правки на жизни простых белорусов, покажет время. Сегодня же важно то, что социальная сфера не просто не забыта, она реформируется и трансформируется. Даже в непростых условиях здесь государство старается плюсовать, прекрасно понимая одну истину: человека и его благосостояние главное. А на этом у меня все. Я напомню, что наши программы можно просмотреть на YouTube-канале нашего телеканала «Звезда». Свежие новости также доступны в наших аккаунтах в социальных сетях. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч в эфире телеканала «Звезда».